Муниципальное предприятие «Чистый город» устраняет аварийную ямочность на дорогах Нарьян-Мара. Дорожные выбоины заливают переработанным асфальтом из рециклера. Это специальное устройство для повторного использования асфальтобетонной смеси. Нарьян-Мар почти полностью освободился от снега, а это значит, что дала о себе знать вечная проблема – яма на дорогах. Водители лихо объезжают образовавшиеся препятствия. Ну, в целом приемлемо, я считаю, потому что даже уже начали заделывать, что такого не было. Недавно у них появилась спецтехника, ноу-хау нарьян-марская. Заливают горячим битумом хоть что-нибудь, оперативно действуют и эффективно. На дороге как бы не очень хорошо, конечно, но, во-первых, Первомайскую надо. Ну, мне кажется, Первомайскую надо как-то подремонтировать. И Пионерскую. Пионерская вообще в ужасном состоянии находится. Первомайская и, получается, от городского моста до Кашгарда. Там тоже яма. К аварийно-ямочному ремонту дорожники «Чистого города» оперативно приступили на этой неделе. Работы выполняются по технологии рециклинга, которую предприятие использует четвертый год. Эта технология предусматривает переработку старого асфальта, добавление к нему битума и доведение до температуры 200 градусов и залитие в ямы. Хочу подчеркнуть, что данный вид ремонта является аварийным и не относится к полноценному ремонту. Полноценный ремонт будет проводиться в течение лета. Данную технологию можно применять сразу после схода снега. А ремонтным материалом служит использованный дорожный слой, что позволяет снизить стоимость работ. Что касается улицы Пионерской, то эта дорога была передана в ведение «Чистого города» в 2021 году. К аварийно-ямочному ремонту здесь приступит в ближайшее время. Также на улицах Нарьян-Мара продолжается откачка талых вод. За последние две недели было откачано и вывезено более 5000 кубометров воды. Это 518 илососных машин. Откачка воды продолжается на жилых секторах. Центральные улицы города уже, как вы видите, сухие. Луж больших нету. Уже буквально тремя машинами идет откачка. Кроме того, техника предприятия, которая ранее была задействована на уборке снега, сейчас убирает песок с тротуаров, дорог и других территорий. Еще одна бригада «Чистого города» приступила к ремонту памятников. Рабочие выполнят косметический ремонт самолета капитана Тарасова, а также восстановят облицовку постамента памятника Ленину. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Антон Ведряков, телеканал «Север».